Добрый день, хочу сегодня показать два рубанка, два разных горбача, но делались на одном заводе, Сестрорецкий завод имени Воскова. Вот, вот это, мне кажется, вещь старая, потому что здесь написано, то есть более новая USSR. Вот, то есть это то ли на экспорт делались, как-то, мне кажется, это более поздняя модель. Вот, а это более ранняя. Чем они отличаются, поглядим. То есть, ну, как, ну, говорится, невооруженным глазом видно, что конструкции немножко разные. Вот это, мне кажется, более, скажем так, интересное. То есть здесь что происходит? Как, то есть это горбачи, они для вогнутых и выпуклых поверхностей создавать. Поэтому подошва может делаться вот такой, либо вот такой выгибаться. Вот, вот этот мне чем, ну, то есть кажется, здесь, видите, такая зубчатая передача есть. И то есть мы вот, вращая вот это колесико, винт вот этот, вращаем, то есть вот сюда через вот это, что там у нас, как правильно назвать, коромысло, рычаги, вот все вот. То есть поворачивается он на оси, вот этот, вот это коромысло, и поворачивается тогда вот отсюда, сзади, симметрично. И получается как-то одинаково. То вот здесь, вот мы крутим вот этот колесико, винт выезжает, это, как говорится, заезжает, выезжает, входит и выходит. А вот такой передачи нету, то есть получается оно, как сказать, ну то есть вот здесь, ну, то есть за каких-то счет каких-то сил напряжения, ну, напряжения вот в металле, здесь вот именно вот получается и эта часть тянется, и эта, то есть здесь она может как-то, видимо, тянуться неравномерно, допустим, больше спереди или сзади. Мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. Вот, как мы видим, этот немножко длиннее. То есть, если мы приложим, то здесь более длинная подошва. Так, давайте померяем. Здесь подошва 24, а здесь подошва 25,5. Ножи одинаковые, так, здесь какой, да, 5 сантиметров ширина ножа, 6,3 где-то, 6, самый толстый, и здесь где-то 5,5, 5,6 в узкой части, где-то 5, то есть здесь 5 в узких частях, ну, в конце тут совсем даже чуть меньше, наверное, 5. Ну а здесь также где-то 6,6, 6,5 в средней части. То есть более согнуто. Вот здесь получается такая вот рукоять. Сзади удобно. Но вот держаться за винт, который мы, получается, ну, может все-таки при движении, вот есть еще вот ших. Ну как, то есть тенденция его крутить, на мой взгляд, ну не совсем правильно. А, ну вот можно зажать, видимо, вот этим винтиком его, чтобы он не крутился. Вот, ну, то есть получается, вот как стандартно есть задняя ручка, передняя, и можем, наверное, вот так. То здесь у нас что? Здесь у нас получается мы вот какая-то вот такая упор. Ну вот передней рукой еще вот этот вот винт. Он явно, ну, не так удобно. Здесь вот она рукоять, мы можем вот взять его, вот, то есть поднять, ну, за вот эту часть. И удобно чик-чик. То есть вот я его взять, поставить, начать работать. То вот здесь получается мы браться как-то не так удобно. Вот, и опять же, ну вот у меня рука небольшая, есть люди там, рука намного больше. Вот. Наверное, вот этот винт, если был бы сбоку, было бы удобней.
То есть он бы не мешал. Вот. Ну, слава богу, горбачами пользуются редко. То есть, ну, можно, наверное. Вот. Но мне вот эта конструкция кажется более простой, потому что нет вот такого механизма. Вот нет рукояти отдельной. Ну, зато есть вот рама такая, литая. Вот. Толщину металла... Ага, здесь... Ну, видите, толщина металла этот новый. А этот уже все-таки повидал виды. То есть, может быть, он просто немножко сточился. Вот, на этом есть цена 13 рублей. Вот, клеймо завода Восково, клеймо в на винте. Здесь написано USSA. Вот такая вот. Взял весы. Давайте взвешиваем, посмотрим, что и как. Какой из них тяжелее, какой легче. Так, надо зацепить так, чтобы не упало. Так, 2,30. Вешает. Вот этот. Этот всего 1,730 кг. На 300 грамм легче. Вот. Ну, на мой взгляд, чем легче, ну, тут мы работаем, меньше устаем. Если мы его 10 раз подняли, то считайте, 3 килограмма уже подняли лишних. Если 100 раз махнули, то это на 30 килограмм меньше махать. Вот такая вот интересная. То есть, по-моему, и то, и другое это копии импортных. Ну вот. Такая вот. Ну, опять же, вот. Здесь какая-то вот такая тенденция, скажем, более старых вещей, когда не просто что это рычаг или коромысл, как-то я путаюсь правильно, а ведь, то есть оно вот загнутое, то есть можно же было прямую сделать, чтобы он туда-сюда, но здесь именно вот вот почему он не сделан прямой, чтобы вот чик-чик, ну, чтобы для руки было удобно, то есть можно было по прямой, и ты там как-нибудь подлезешь там одним пальцем. Вот, а тут именно сделано, чтобы вот рукой было удобно. Вот. Такой вот. Ну, здесь не знаю, то есть упор. Ну, опять же, здесь ширина довольно большая, вот так вот ухватать двумя пальцами, надо большую руку. То есть, если вот взять, скажем, вот такой универсальный, да, тут вот что-то, он узенький, то есть как-то, как лодочка, можно сказать. Не лодочка, ну, как сказать, ладно, что-то я не то слово сказал, ну, вот, то есть, как бы, вот мы вот можем вот деревянные, когда небольшие, можем взять узенькие, то здесь она ширина-то получается 75. Вот эта ширина у нас. Такая вот. Ну, вот этот механизм. Так, здесь он. Вот, ну, крепится. Немножко отличается. Здесь вот постель, вот она. Ага, здесь вот постель, ну, сделана единая, то вот здесь, давайте вот это откроем, ну, то есть как бы с корпусом. То есть, вот эта вот часть, вот нож родной, с характерной здесь вот выборка, как обычно, ну, как часто на восковских заводах. Вот, то есть вот эта вот часть можно... видимо, немножко сдвинуть при желании вперед-назад. То есть она винтом-то притянута, но подвинуть всегда можно какую-нибудь там шайбочку, прокладочку подложить. Вот такая вот система.
слабо затянут. Этот уже. Здесь вот оно, оно. Опять же интересно, не знаю, насколько это практично, насколько эта конструкция жестче или нет. Но вот здесь какая-то она, вот видите, конструкция литая. Вот, и такая довольно массивная к ней вот привинчена вот эта вот часть, которая ходит. А, ну она здесь, она тоже вот так же. Ну, в принципе, да, она получается такая же, наверное. Ну, вот это здесь больше. Здесь это как-то чуть-чуть поменьше, потоньше. Вот. Такие, ну, не знаю. Что еще интересного? Ну, вот так, из любопытства, чтобы были разные. Хотя, казалось бы, то есть, когда какой-нибудь там, не знаю, простой рубанок, их там выпускали массово, был смысл там менять, вот, вот допустим, такой, вот очень похожий шархебель того же завода. То какие-то, это, ну, то, что массово, есть смысл какой-то менять, там упростить, потому что выпускалось, наверное, миллионами, там, тысячами, сотнями тысяч, и там как-нибудь сделать проще, там, сэкономить, еще что-то. Вот. А здесь, который инструментом пользовались мало, были, но выпускать разные конструкции. Потом вот это, видимо, более позднее, а по металлу более емкое, металлоемкое. То, ну, не знаю, почему так. Может быть, она лучше. Вот, если есть специалисты, подскажите, я, честно говоря, не работал. То есть купил, еще не пользовался ни этим, ни этим. Вот, ну, интересно, просто самому даже, может, был смысл кого-то переходить на другую. Благодарю за внимание. Всего доброго. Может быть, кому-то полезно.